Человеческие возможности безграничны. Многие люди обладают талантами и умениями, не подвластными другим. Многие в погоне за славой отваживаются на невероятные эксперименты и вписывают свое имя в историю. Упорный труд, невероятная сила воли, бесстрашие и несгибаемый характер – главные качества рекордсменов. Книга Гиннесса ежедневно пополняется новыми именами. В этом видео мы расскажем вам о них и убедительно просим вас не повторять то, что вы увидите на экране. Подписывайтесь на канал и приятного просмотра! Австрийский велогонщик Элиас Шварцлер установил рекорд скорости на буксируемом велосипеде, разогнавшись до рекордных 272 км в час. Мануэль Золден и Джан-Лука Фолька установили необычный рекорд, поменяв переднее колесо на движущемся автомобиле за минуту и 17 секунд. Любите ли вы буррито так, как любит его Лия Шеткевер, но съест его она точно быстрее вас. Всего за 32,5 секунды. Йохан Эспенкрон из Швеции может бросить 46-килограммовую машину дальше, чем кто-либо. Его результат, установленный во время шоу-рекорда в Италии, составил 4 метра 45 сантиметров. Атлет из Австралии Даниэль Скалли – автор множества уникальных рекордов, в том числе и по количеству отжиманий от пола за один час. Его результат составил 3177 отжиманий. Юный гений из Колумбии Ангел Альварадо вписал свое имя в книгу Гиннесса, собрав 3 кубика Рубика, жонглируя ими за 4 минуты 31 секунду. Необычный рекорд установили 3 друзей, по очереди опустошая через трубочку стакан с водой, причем делая это во время сальто вперед. Их результат составил 116 граммов. Самый длинный туннель, через который когда-либо пролетал самолет, находится в Стамбуле. Его длина составляет 1730 метров. И одолел его спортсмен команды Red Bull Дарио Коста. А высота самой высокой волны, покорившейся человеку, составила более 26 метров. Серфер из Германии Себастьян Студнер у побережья Португалии устанавливает новый рекорд Гиннесса. На этих кадрах вы увидите, как Эрик Букер за рекордное время выпьет 2 литра колы. Просим вас не повторять этот эксперимент, так как это может быть небезопасно. Менее чем за 19 секунд Эрик опустошает стакан с жидкостью. Австралийка Зоя Ламоре уникальная в своем роде и достаточно бесстрашная рекордсменка. Она может за минуту остановить языком лопасти вентилятора целых 32 раза. На не менее рискованные эксперименты рекорд Гиннесса отважился и гуру боевых искусств из США Кевин Тейлор. Он сумел за 2 минуты разбить рукой стекло 21 автомобильной двери. Девушка из Индии по имени Анурада стала обладательницей уникального рекорда, затушив своей косой пламя 26 свечей в течение 1 минуты. Кристиан Кавалетти из Италии владеет самой большой коллекцией уникальных банок из-под Пепси. Он увлекся этим занятием еще в 1989 году, и сейчас в его коллекции более 12 тысяч банок. Изгиб Маринелли – одно из самых сложных и опасных упражнений в гимнастике. Монгольская спортсменка Эрдана Билек смогла продержаться в таком изгибе 4 минуты 17 секунд. Любите ли вы водяные горки настолько, чтобы прокатиться на самый большой из них? Она находится в Восточной Вирджинии, и ее длина составляет 609 метров. К
Криштиану Роналду по праву является одним из наиболее прыгучих футболистов планеты. При росте 187 сантиметров он может выпрыгивать на высоту почти 3 метров. Правда, этот рекорд еще официально не зафиксирован. Как вы думаете, сколько чирлидеров может поместиться в одной машине? Итальянская команда Comets установила необычный рекорд, когда во время шоу 20 ее участниц смогли уместиться в небольшом авто. Китаец Юнгук Ли, пожалуй, лучший на планете в метании бумажных самолетиков в арбуз. Парень установил невероятный рекорд, попав в сочные ягоды 12 раз в течение 1 минуты. Самую высокую собаку на планете зовут Зевс. Зевс активный, дружелюбный и очень заботливый. Его высота в холке 104 сантиметра, а если он встанет на задние лапы, то целые 213. Команда Red Bull устраивает одни из самых зрелищных шоу в мире. Во время одного из них в Нюрнберге на глазах тысяч фанатов Николи Рогаткин смог совершить уникальный четверной оборот в 1440 градусов. И вновь Лия Шуткевер. Но в этот раз она собирается установить рекорд по поеданию куриных наггетсов на скорость. В течение 1 минуты в желудок Лии отправились 20 наггетсов общим весом в 352 грамма. У мавзолея императора Цинь-Шихуанди в Сиане находится самая большая в мире группа каменных статуй. Ее еще называют «терракотовой армией», и насчитывает она 8100 статуй людей в полный рост. Пакистанец Мохаммад Рашид является действующим рекордсменом по разбиванию орехов локтем в течение 1 минуты. Его невероятный результат – 315 штук. Скайсерфер Кейт Снайдер уникальный в своем роде. Ему принадлежит рекорд Гиннесса за самое большое количество оборотов в воздухе в свободном падении. Он смог это сделать целых 160 раз. Томас Эйтл из Германии стал обладателем забавного рекорда Гиннесса, сумев за 5 минут надеть на себя 82 пары трусов. Правда, не без помощи ассистентов. И снова наш старый знакомый Даниэль Скалли, но в этот раз замахнувшийся на самую длительную горизонтальную планку. Его физическая подготовка и невероятный результат в 9,5 часов просто ошеломляют. Хорват Витомир Маричич установил рекорд по длительности дистанции, пройденной под водой на одном дыхании. Его результат составил 107 метров. Умеете ли вы запускать бумажный самолет так далеко, как это умеет делать кореец Кью Кью Тае? Дистанция, которую пролетел самолет Кима, составила целых 77 метров. Для людей, которые умеют веселиться, выбор диско-клуба точно не самое главное. Братья Гарри и Бонни построили самый маленький в мире клуб. Его размеры 76 на 150 сантиметров. Но это не мешает его посетителям прекрасно проводить время. Дорогие друзья, благодарим вас за просмотр этого видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и скоро увидимся.